Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале DudaPlay, и мы играем в игру под названием Car for Sale. То, что меня спрашивали, как называется игрушка, она так и называется Car for Sale. Покупаешь, продаешь автомобили. Заходим, едем на автомобильный рынок, и здесь покупаем самую дорогую машину, которая здесь есть. О, какая тачка! Смотри, она явно не дешевая. Смотри, какие литье у нее, какие колеса. Цена какая у тебя? Слушай, чувак, 336 тысяч. Торговаться. Мы ее купим ровно за 300 тысяч. Смотри. Раз, два, три. Да, 300 тысяч. Предлагаем и покупаем. Да, смотри, легко купили. 36 тысяч мы на нее скинули. Может быть, надо было сильнее торговаться. Вот в чем вопрос. За 300 тысяч. Где еще дорогие? Вот, смотри, ламба какая. Ух ты. Может, у меня даже и денег не хватит на нее. 300 тысяч. Давай торговаться. Например, не за 300 тысяч теперь, а за 270. За 270. Мы скидываем максимально. Да, смотри, тут надо сильнее торговаться. Алло, блин. Ладно, мы на тебя поедем. Мы поедем на этой тачке домой. Вот это еще хорошая машинка. Угу, смотри, офигенная. Мы прям по максимуму будем торговаться. За 61. Торговаться за 35. Ну это, блин, в полцены. Это навряд ли, конечно. Нет, видишь, она не хочет. Тогда за 40. Ровно. Блин, надо было торговаться на тех тачках, а не на этих. Еще такое предложение, я не хочу больше, да? Ну давай, 45 тысяч. 45. Я уже не помню, за сколько она ее продавала вообще. Ага. Блин, а ну сколько ты вообще за нее хочешь? А, 61 тысяча. Иди нахер. Вот. Вот эта машинка. 170. Торгуемся, делаем 140. Поднимаемся на десятку. А, нет, смотри, все. Блин, нифига. Нифига. Какая еще тут самая дорогая машинка? Как ты думаешь, вот это может быть? Давай посмотрим. Навряд ли она дорогая, конечно. Ну, а 9-то нет. Дешево. Слишком дешево, блин. Вот это вот неплохая машина. Блин, ну так, конечно, поинтереснее. Ну ладно. За 60 тысяч она ее хотела. За 36. Торговаться за 30 тысяч. А за 30 тысяч она ее уступит мне и продаст. Да, за 30-ку она спокойно, смотри, продает. Блин, все слоты заняты. Ох ты, вот это, наверное, Ламборджини какая-то. Давай, ну-ка, цена какая? 9. Мало, иди нахер. Ну давай, этой торговаться она не хочет. Блин, она не хочет торговаться. У меня не предусмотрено. А давай экспертизу купим, подожди. А, экспертизу, давай купим. Проверить. 651. 651. Проверяем. А, 651. Проверить. А, нихера она даже не хочет. Ладно, купить. Угу. Мы ее покупаем. Блин, а как... Подожди. Сесть в машину. Подожди. Мы ее никуда не можем, да, отправить? Слушай, а у меня же какая-то еще одна купленная. Вот эта вот машинка купленная. А, в ремонт мы ее пока кинем. А на этой поедем. Я хочу посмотреть, за сколько максимально мы ее сможем теперь продать. Мы даже не торговались на ней. Ох, да, она прикольная машина. Смотри, она разгоняется как быстро. 120, 130. Вау, вау. А тормозит она быстро, нет? Да в дерево прям, давай, конечно. Вот это разгон. Ой, как мне нравится машина. Вот это реально она тачку продавала, конечно. Понятно теперь, почему она не хотела ее сбавлять цену. Прям вообще огонь машина. Текс. Тачка огонь.
Давай мы припаркуем сюда. Оп. Место немножко оставим. Так, а ну подожди. Сейчас мы ее поставим на продажу. Ага. Такая. 62 тысячи. Мы ее по максимальной цене купили. Ох, мы ее сейчас помоем. Смотри, какая она стала красивая. Беленькая, светленькая. Прям блестит до такой степени, что я ничего не вижу. Все, автомобиль помыт. Первый покупатель сразу же идет, потому что он знает, что это крутая машина. За сотку мы ее продадим. Давай подумаем. За 85. Торгуемся за 95 тысяч. Накидываем десятку. За 95. Опа! Блин, надо было за сотку ее продавать все-таки. Ё-моё. Хорошо. У меня еще куча машин, на которых я даже не ездил ни разу. Давай на это попробуем. Покатаемся немножечко. Ну, чуть-чуть хотя бы, да? Как она разгоняется? Че кого? О, дерево, главное, не впендюрится. Не, ну та была лучше, мне кажется. Да, ну той разгон был быстрее, кстати. Ну, че так себе. Да, тут слишком дешево я продал. Пец. Надо было за соточку ее догнать. Ладно. Тикс. А, вот и вот и ночь у нас наступила. Хорошо. На какой тачке мы поедем домой? Давай на вот этой вот. Вот это мне нравится. Пик. Она тоже быстрая, кстати. Прокачанная. Включим свет сразу дальний. О, как она кричит. Движок. Быстренько, быстренько. Где у меня тут мой контейнер? Вот он, контейнер. Заезжаем. Какая она крутая машина, смотри. Ладно, мы его даже глушить не будем. У нас бензина там кучу. Минус 320 тысяч. Ладно, сейчас мы быстренько садимся в тачку и пробуем, проверяем, почем мы ее загоним. Она грязная, смотри. Либо она мятая. Либо что с ней? Так, грязь. Помыли. Есть. Отмыли. Где еще грязь? А, сверху. Нет, сверху нет. Где еще грязь? Вижу. Либо я отмыл ее. Ладно, садимся в машину, она у меня чистенькая, мне кажется. Блин, а ты заметил, мы уже какой ролик на автобусе не ездим. Чисто я на машине приезжаю домой. Ох, блин. Вот это минус того, что, блин, не прогрузилась карта. Я чуть не врезался. Ладно, здесь мы немножко сокращаем путь. Ой-ой-ой-ой, главное не перевернуться. Переворачиваться я люблю. Тихо-тихо-тихо-тихо. Все, теперь сдаем аккуратно назад. Эта тачка не дешевая, кстати. Очень не дешевая машинка. Очень дорогая. Где тут еще грязь была? Да ну где-то же была грязь. Теперь... А, я ее мыл, кстати, в прошлый раз. Мне приходится заново ее мыть. Ну ладно. Сейчас выставим им ее на продажу. Есть автомобиль, вымыт. Мне еще вот эту помыть машинку. А, кстати, мы же прокачали навык, чтобы машинки сильно не разбивались. Поэтому, когда я немножко врезаюсь, у меня машина не повреждается особо. Тинкс. Она что-то вообще без жу... Смотри. А двигатель?
Это что, электромобиль, что ли? Смотри, не... Ох, офигенная тоже машина. Это электромобиль. Да, она бесшумная. Интересно. Слушай. Так, давай выставляем на продажу сразу. Какая-то машина у меня не в офисе. А где же она стоит? Неужели она на авторынке осталась какая-то? Не в офисе, смотри, а где она? Подожди, раз, два, три. Три тачки. А, едем на автомобильный рынок, может быть. А, нет, ё-моё. Она ж у меня одна вот здесь стоит. Я совсем забыл про эту машинку. А ну, давай посмотрим, есть у нее. Ага, заднее крыло. Давай отремонтируем. Блин, еще отремонтировать она ее начнет. А можно я буду мыть, пока ты ее будешь ремонтировать? Да, можно, смотри, как удобно. О, никто об этом не знал. Как бы я смотрел и Куплинова, смотрел и разных блогеров этих. Никто так не догадался, как я. Это ремонтируют, а я тачку мою. Офигеть, крутяк. А, здорово. Я не могу приступить к ремонту, припаркуйте автомобиль. Все, помыл, почистил. Едем домой. Тинкс. Разворачиваемся аккуратненько. Блин, я бы ее покрасил, но... Покупатели куча, покупатели, покупатели. Дурачки пришли. Которые будут покупать у меня машинку. Давай. Первый. 140 тысяч цена покупки. Охренеть, 140 тысяч. За 268. А торганемся за 290. Я тебе ее продам. 299. Потому что я слишком мало накидываю. Есть. 300 тысяч почти. Следующее. 300 тысяч покупка. Давай за 600. 425. Торговаться за 500. Так, 50. Чтоб за 50 еще ж не продать-то аккуратненько. Надо. 500 тысяч. 425. Не нахер. Следующее. 30 тысяч. За 30 тысяч покупали. За сколько ж мы ее продадим-то? За 62. Торговаться. Давай за 69. Хрен она у меня купит за 69 тысяч, я думаю. Хрен-то там. Есть. Купила все-таки, прикинь. А, вот это следующее. Давай ее. А, давай, 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 давай. Сколько? 419. Торговаться. 419. 430. 400. 400. 444, давай. Я боюсь, не там нолик поставлю и пипец. Купила. А теперь вот эту машинку продаем. Куда все ушли? Покупали мы ее за 270 тысяч. Ни хрена себе. За 270 тысяч мы ее покупали. 1 100 000. Уже 1 100 000 на минуточку. И у меня еще есть неоплаченные счета. Вот это самое стрёмное, что может быть в игре. Какие-то счета нужно еще оплачивать. Вот это я боюсь, что сейчас мне придется дохера денег отдать. А, давай. Быстрее иди. Ты что так медленно? Или ты тачку смотрела? Ну, тачка огонь. Тачка офигенная, красивая машинка. Просто давай быстренько. Почем я покупал? 270 тысяч. 430. Это очень дешево она хочет. Не, давай 500 тысяч нахер. Раз, два, три. За 500 тысяч покупай. И да, вот эта цена нормальная. 1 600 000 у меня есть. А что у меня там с неоплаченными долгами? Какая-то херь. Счет. Давай быстренько. 81 тысяча. Да вы что, с ума сошли? Блин, 1,5 миллиона. А, декорации. Вывеска, декорации. Это что-то такое. Пол. Это что-то такое. Мне это не интересно. А где, кстати, там какие-то были цветочки? Опа. 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 Коврик нахер. Ну, давай вот этот. 1000 баксов всего лишь. Есть.
А что там? Контейнер, интерьер. Мы окна ставили сюда, кстати. Нету, нормальное окно я сюда ставил. Кровать, двухспалочка у меня есть. Декорации. А, покрасить? А нахера мне красить? Ну, мне и так нравится. Интерьер, посмотрели. Декорации, нахер. Офис. Офис. Такс. Такс. Это все у нас есть, вывеска есть. Все, тут нечего добавить, нечего убавить. Только если, знаешь что, я не знаю, либо здесь посмотреть, обновление, большой офис купить. Ай, блин, я нечаянно купил большой офис, я просто на него нажал. О, какой же он огромный стал, охренеть. Он куда-то туда ушел, вдаль. Ох, ребята, я сегодня обновился по полной. Блин, 700 тысяч у меня есть. Но это тоже большие деньги, кстати. Охренеть. У меня еще очко навыка есть. А ну-ка. Лучшая цена показывает самую хорошую цену продажи для вашего автомобиля. Разблокировать. Опа. И у нас еще открывается куча чего интересного. Что это? Скорость ремонта, цена топлива. Никогда что-то мы давно уже топливо не покупал. Цена покраски уменьшается. Цена тюнинга снижается. Скорость мойки. Ну, мойку мы не делали. Цена мойки выгодная цена. Цена ремонта. Да куда ж еще? Я уже миллионер. Хорошо. Но пока я не миллионер, пока я тысячник. Потому что у меня на данный момент 793 тысячи. Не хватает немножко денег, ребятушки. Ну что ж, офис мы прокачали. Прокачали мы очень круто. Поэтому обязательно подписывайся на канал, ставь лайки, пиши комментарии. Всем пока-пока. До новых встреч.